Сеном Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93. Здравствуйте, в студии Гухар Тургаев. Вы смотрите программу «Каждый день». О том, куда отправиться и какая погода ожидает нашу область в ближайшую пятницу, расскажу в этом выпуске. Вас беспокоят зубы? Почувствуйте нашу заботу. В клинике «Дента Плюс» вам окажут весь спектр стоматологических услуг безболезненно и с комфортом. Лечение, удаление, протезирование, имплантацию зубов проводят высококвалифицированные специалисты при помощи самых современных технологий. Возможен кредит через Евразийский банк, а также рассрочка через Народный банк с карты «Халек Лайт». Звоните прямо сейчас. 56-73-12. Стоматология «Дента Плюс». Есет Батыра, 140. В Сеном Клиник выполняются все виды рентген-диагностики с рождения. Рентгенологическое исследование проводится на южнокорейском многофункциональном цифровом аппарате Galaxy новейшей технологии. При проведении рентгенологической диагностики, проводимой в клинике, пациенты и медицинский персонал получают минимальную лучевую нагрузку. Информация по телефонам 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93 и 8-778-303-67-28. Предлагаю вместе узнать о погоде на пятницу, 17 августа. По традиции начнем с Мартука. Там будет ясно, воздух прогреется до плюс 30 градусов днем, ночью плюс 18. В Алге также ясно, температура воздуха днем плюс 27 градусов, ночью безветренно плюс 17 градусов. В Хромтау по прогнозам синоптиков ясно, 26 градусов выше нуля днем, ночью плюс 16. В Бадамше также ясно, на столбике термометра днем плюс 26 градусов, ночью плюс 15. В Шалкаре в течение дня на небе ясно, плюс 29 градусов, прогнозируют синоптики днем, ночью плюс 18. Далее эфир нашей программы продолжит информация о погоде в Актобе. Уважаемые актюбинцы, 16 августа состоятся показательные выступления борцов греко-римского и вольного стилей, женской борьбы, а также финальные встречи фестиваля по 12 видам борьбы. Флешмоб – все это пройдет в парке первого президента. Увлекательные приключения частного детектива Нелли и ботаника-ученого Саймона в новом мультфильме «В поисках Йети», который искренне верит в существование снежного человека. Чтобы доказать, что мифический зверь существует, исследователям придется отправиться в самое сердце Гималаев и найти его. Скорее отправляйтесь в «Локомотив» со своими детьми на просмотр нового мультфильма. Уникальная акция в Сеном Клиник. Вы можете пройти курс ударно-волновой терапии с 20% скидкой. Ударно-волновая терапия – это эффективный метод лечения различных повреждений и патологий опорно-двигательного аппарата акустическими волнами. Выполняет процедуру опытный врач-физиотерапевт Олейникова Ираида Валентиновна. Более подробная информация и запись по телефонам 53-00-53, 50-26-50, 8-702-267-43-93 и 8-778-303-67-28. Ударно-волновая терапия – это ключ от избавления от целого ряда расстройств и заболеваний. Вас беспокоят зубы? Почувствуйте нашу заботу. В клинике «Дента Плюс» вам окажут весь спектр стоматологических услуг безболезненно и с комфортом. Лечение, удаление, протезирование, имплантацию зубов проводят высококвалифицированные специалисты при помощи самых современных технологий. Возможен кредит через Евразийский банк, а также рассрочка через Народный банк с карты «Халек Лайт». Звоните прямо сейчас. 56-73-12. Стоматология «Дента Плюс». Есет Батыра, 140. На этом выпуск подошел к концу, но вы всегда можете узнавать информацию на нашем сайте круглосуточно www.rikatv.kz. С вами была я, Гухар Тургаева. Всего вам доброго и до встречи в эфире.
Сенам Клиник предлагает уникальные услуги на новейшем оборудовании. У нас вы можете пройти МРТ-обследование, УЗИ-диагностику, услуги ФГДС-кабинета по самым низким ценам. Запись по телефону 53 00 53, 50 26 50, 8 702 267 43 93.